Мартынович, а зачем нам аэропорт? Нам прямо ехать надо. Адрес хочу. Он раньше здесь работал. Кто? Один грузин. Мой знакомый друг. Я его напишу: «Здравствуй, Валикджан». А он скажет: «Ва! Как мне нашел? Откуда?» Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Меня в Орджоникидзе ждут. Знаешь что, я тебе умный весь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.